Это было ваше центральное телевидение, которое проходит свою работу ровно через неделю, в субботу, в 19:00. Завтра на основных мировых курортах ожидается Сочи, 22 градуса тепла, временами дожди. Батуми, 20 градусов выше нуля, грозы. Анталия, 25 градусов со знаком плюс, грозы. Шарм-эль-Шейх, 33 градуса тепла, без осадков. Рим, 23 градуса выше нуля, облачно. Афины, 23 градуса со знаком плюс, дождь.